Всем привет, меня зовут Богдан Кот. И сегодня мы играем в Pet Simulator X. Так, давайте не будем медлить и заходим. Загружается. Это уже второе видео, кстати, у меня на канале. Всем привет. Второе вот видео, второе. Так. И сегодня мы будем открывать яйца, потому что у меня тут столько монет. Я немножко тут, ну, хотел, чтобы 50 миллиардов было, но... У меня одно видео не так что-то получилось. Так, а еще я... Вам хочу показать кое-что, я чуть не забыл. Мне тут прислали, смотрите, что надо сделать. Обязательно ошибка. Вот тут какой-то смайлик, лайк, колокольчик, комментарий. Кнопка подписаться, на которую кто-то жмет. Сердечко. Так, давайте откроем. Я не знаю, что там. Так, пятница, 25.02.22. Так. Сегодня, да, это число. Первое, подписаться. Второе, нажать на колокольчик. Конечно же, чтобы все уведомления о моем канале вам приходили. И поставить лайк. А еще. Сегодняшняя цель 5 лайков, пожалуйста. И картина какая-то. Ладно. Погнали снова к Pet Simulator X. Так, смотрите, пойдемте открывать яйца, значит. Раз мы сегодня будем открывать яйца. Ого. Ну, этого питомца, ой, у этого челика, вот этого вот, чалодого маловека. Ну, такие себе петы по сравнению с моими. Ну, может быть и нет, я не знаю. Так, открываем. Хаки Дракон. Так, добро пожаловать, welcome. И Хаки Дракон снова. Я еще не выздоровел, кстати. Так что не обращайте внимания на эти звуки, который я буду произносить не так. Так. Коксигуатор. Норм. Так. У нас осталось 20 миллиардов. Коксигуатор снова. Что? Дайте мне этих вот крутых пэтов каких-то трех. Хакеткэт. Ладно. Котиков я все равно люблю. Так, Хаксигатор. Дальше. Хаксигатор. Ребята, давайте... А хотя нет, давайте не будем оставлять на следующее видео. Потому что уже и так мало этих тачкоинов. Так. Открываем это последнее вот это яйцо. Хаксигуатор. Никакого вот такого крутого пэта не выпало. Давайте еще пооткрываем вот эти вот яйца. Ну, из них нам, мы знаем, что ничего не падает. Даже с удачей подрубленной. Вот. Всеми бустами. Даже ничего нам не выпадет. Так. Открываем. Что он написал? Roblox and play Minecraft. Ах, чё? Угу. Пофиг. Так. Лечит кэт. Этот пацан меня уже достает. Выбешивает просто. Вали отсюда.
Катись колбаской. Лол. Катись колбаской, я тебе говорю. Куда он пропал? Я его что, ослепил своей красотой? Ладно, нам выпала всякая фигня из этого яйца. Я хочу пофьюзить пэтов. И, возможно, мы какого-то крутого пэта. Если кто не знает, что такое фьюз пэтов, мы закидываем каких-то питомцев вот в эту машину, и нам дается какой-то другой питомец, но один. Мы должны минимум 3 и максимум 12. Как показать 12, я не знаю. 12. Так. Вот как эта машина работает. Например, я засовываю сюда одного золотого хаксигатора, одного хакеткета золотого и одного золотого хакетракона. И мне выпадает, например, хаксолотль золотой. Так, погнали. Давайте сделаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 хаксигатора. Это минимум. Так нельзя зафьюзить. Нужно хотя бы 3 питомца. Так, фьюзим. И кого мы получаем? Кама Аксолотля. Прикол, у меня уже таких есть 2. Так, фьюзим еще 3 хаксигатора. И получаем Хаксолотля. Так, у меня уже есть, кстати, 4 хаксолотля. Так, еще 3 хаксигатора. И получаем чилаксолотля. У меня уже есть 2 чилаксолотля. Так. И последние 3 хаксигатора. Мы получаем камаксолотля. Камуфляжные аксолотли. Так. 3 хакткета. У нас получается голден хакетракон. Еще 3 хакеткета. И у нас получается снова хакет голден дракон. Голден хакет дракон. И 3 хакет голден хакет дракона. Получаем камаксолотля. Ладно, наверное, мы будем заканчивать. Я не знаю, заканчивать или нет. Ладно, давайте закончим. И всем пока! А еще лайк поставьте. Не забывайте, что наша цель 5 лайков. Пока!